Рейзер, давай несколько ударов по груши. Давай, Рейзер, представь, что это кит. Хорошо, что у меня задница не такая толстая. Некоторые спортсмены рождаются врагами. Но самое яростное противостояние было между боксерами Бритвой и Малышом. Они бились дважды, но матч-реванш так и не состоялся. Сегодня я объявляю об уходе из профессионального бокса. Я пошел. Нет, погоди. Как вы себя ведете? Вы же пожилые люди. Одна компания хочет устроить матч-реванш. 30 лет! Да! Пятница в 23.30. Надо тренироваться. Я твой тренер, Майкл. Что ты сдал, Тимофей? Может, ты его сожрал? Рейзер, почему сейчас? Я боец. Я родился бойцом. Забойный реванш. Смелый ход выйти без лифчика. Парни, мы в эфире. В прямом эфире.